Казахстан нацелен на расширение производственной кооперации с Беларусью. Углубление сотрудничества позволит выйти с конкурентной продукции на рынки третьих стран. Такое мнение сегодня высказал чрезвычайный полномочный посол Казахстана. При этом Ергали Булегенов в качестве примера назвал несколько проектов, которые уже реализуются. Совместное предприятие с участием Гомсельмаш активно обновляет линейку комбайнов. Одна из выпускаемых моделей специализируется на сборе риса и по расчетам будет иметь спрос как в самом Казахстане, так и в других странах Средней Азии. В казахстанском городе Кокшетау на территории 6 гектаров возведут машиностроительный кластер. Здесь будет организовано производство коммунальной, строительной и сельскохозяйственной техники. Будут участвовать различные предприятия Белоруссии. И Минский тракторный завод, и Слиды будут участвовать, и Смогилёва, и так далее. Будет выпускаться различная техника, приспособленная именно к работе в условиях Центральной Азии, Казахстана. Совместные проекты приобретают еще большую актуальность на фоне проводимых в Казахстане экономических и политических преобразований. Нурсултан Назарбаев в недавнем обращении к народу анонсировал масштабную реформу системы власти. В общей сложности около 40 президентских полномочий будет передано правительству и парламенту, роли влияния которых в Казахстане значительно возрастет. Отмечено, что изменения призваны укрепить демократические процессы в стране и стать основой для построения новой экономики.